релиз новой композиции, которую, как и все остальные ее авторские песни, написал ее продюсер и руководитель школы вокала «Меломаника» Андрей Юрец. Композиция «Моя стихия» — это новое дыхание в творчестве юной артистки Марии Солиховой. Дорогие друзья, под ваши громкие аплодисменты на нашей сцене Мария Солихова! Всем привет! Закрой глаза, ты снова в небе. Подруги ночи, её же свежу. Огнями ночи день сияет, а звуки по домам шагают. Ты слышишь тон и не сидится, а я пою, ведь мне не спится. Есть у меня одна причуда, случится снова это чудо. Мария Су.